4 по 8 апреля в Иванове проходят сразу два крупных спортивных события. Чемпионат общероссийской добровольно-спортивной общественной организации «Русь» и всероссийский турнир по художественной гимнастике «Краса Руси». Спортсменки состязаются как в групповых упражнениях, так и в индивидуальной программе. В город невест приехали девушки из 38 регионов России, от Москвы до Владивостока. Из Сыктывкара прибыла команда из 9 человек. Мы приехали не впервые, мы завсегдатаи этих соревнований. 6 человек, которые выступают по программе мастеров спорта, естественно, приехали с определенной целью. У них очень сложная задача. Есть девочка, которая уже попадает в первую десятку, значит, по своему году рождения. Ну и две девочки, которые выступают по программе кандидатов в мастера спорта. Конкуренция между гимнастками серьезная. За 5 дней соревнований судейской бригаде предстоит оценить грацию и пластику 600 девочек. У каждой спортсменки своя программа, отличающаяся по уровню сложности. У Ксении Скачко озорной номер под веселую музыку, которую гимнастка очень любит. Мне просто радостно, я забываю про все проблемы, мне сразу хорошо становится, весело. Там друзья, я с ними общаюсь, тренер, который всегда поддержит. Но мне очень нравится заниматься спортом этим. Турнир по художественной гимнастике «Краса Руси» – это тот случай, когда красота измеряется не в сантиметрах или килограммах. Здесь оценивается артистизм, выразительность выступления и виртуозность. Пьедестал почета займут только самые достойные, кто умеет сочетать все эти качества и в совершенстве владеет техникой выполнения элементов программы. Любовь Почерникова, Андрей Символков, РТВ Иваново.